Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам в Эрарте. На Васильевском острове находится. Вот выставка называется так. Федор Сволочь. Белая Лоля злых зверей. Музей Эрарта представляет живопись, видео и музыку Александра Старостина, лидера коллектива The Adore Bastard. Есть такая группа. Послушал. Интересные, кстати, песни рекомендую. Александр Старостин — это человек, который выступает под псевдонимом Федор Сволочь. Российский музыкант, мультиинструменталист, композитор, художник, основатель и лидер The Adore Bastard. Ну, возможно, я как-то неправильно произношу. Я напишу на видео название по-английски. Одного из крупнейших и авторитетнейших этно-электронных музыкальных коллективов России. Кстати, у ней имеется премия Russian World Music Awards и золотая Гаргулия. Вот есть такая, видите, оказывается, премия, я даже не знал. Ну, здесь на выставке показаны его картины. Картины, рисунки, созвучные экспериментальному материалу альбома этой группы, который так и называется «Белая Лоля злых зверей». Как написано в анонсе, Федор Сволочь, интересный псевдоним, обращается к опыту взаимодействия человека со стихией, корневому искусству, помогавшему понимать и принимать мир. Населенные мелкой нечистью мельницы, хищные звери, цветы и налитые кровью образы, пугающие, вытесненные в глубине памяти и вышедшие из употребления современным человеком. Вот так написано в анонсе. Ну что ж, картины, скажем так, на любителя. Вот, не произвели на меня впечатление какого-то такого эстетического. Вот. Но тем не менее, есть выставка, вот как бы продолжение альбома этой группы The Adore Bastard. Кстати, действительно интересно, мне лично понравилась музыка. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам показать и рассказать. Все, всем пока, всем привет. Я ее не рекламирую, просто она мне нравится. Ну все, всем пока, всем привет, до свидания.